Приветствую всех, кто зашел ко мне на канал. Мы находимся у алтаря мира. Это римский музей, в котором находится только один главный экспонат – сам алтарь мира. Справа – базилика Сан-Рокко. На стене базилики встроена одна из пяти уцелевших шкал по наводнениям. На одной стене церкви Сан-Рокко встроена высокая шкала, на которой есть отметки поднявшейся воды Тибра и даты, когда это произошло. Мы можем увидеть самую низкую отметку 1846 года и невероятно высокую – наводнение октября 1530 года или декабря 1598 года. Эта шкала – единственная уцелевшая из пяти, которые находились когда-то в порту Репета. А ведь я вам еще ни разу об этом не рассказывала. Что же все-таки такое алтарь мира? Он символизирует собой мир, который воцарился после многолетних войн. Мир был достигнут императором Августом. Место для строительства алтаря выбрали на Марсовом поле. Его построили за 4 года, и 30 января 9 года до нашей эры алтарь был освящен. Этот день считается началом эпохи римского мира. И ежегодно 30 января и 30 марта здесь должны были совершать торжественные жертвоприношения. После падения Рима алтарь постепенно разрушился, и в VI веке Тибр вышел из берегов и полностью его затопил. И как всегда бывает в Риме, при строительных работах в 1568 году были обнаружены несколько кусочков барельефа, а сам алтарь находился еще на глубине 4 метров под илом. Следующие фрагменты были найдены только через 300 лет. И только потом начались настоящие поиски алтаря. А когда пришел к власти Бенито Муссолини, он приказал восстановить, и все найденные части были собраны в одно целое. То, что мы сейчас видим, алтарь мира в стеклянном здании, это уже современный комплекс. Он был сделан в 2006 году для защиты алтаря. Базилика Сан-Рокко была построена в начале 15 века при больнице и названа в честь покровителя больных чумой Сан-Рокко. В больнице лечились лодочники и их жены, а также в эту больницу тайно приходили рожать женщины, скрыв свое лицо платком. Когда на свет появлялся незаконнорожденный ребенок, его отдавали в приют, а имя матери оставалось в тайне. Больница была закрыта в начале 20 века. О средневековой башне, которая находится недалеко от площади Навона, есть легенда. Во дворце вместе с хозяевами жила обезьянка, которая однажды украла младенца и забралась на вершину башни, рискуя уронить малыша с высоты. Родители и люди, собравшиеся внизу, начали молиться, обращаясь к Деве Марии, чтобы спасти ребенка. Но тут отец начал насвистывать, как обычно делал дома, и обезьянка спустилась. В тот же день отец ребенка приказал зажечь лампу перед статуей Девы Марии в честь избавления от несчастья. Она находится наверху башни и до сих пор горит. В этом же доме жила героиня фильма «Ешь, молись, люби», которую играла Джулия Робертс.
Прячась от жары, захожу во все церкви. Это базилика святого Августина. Здесь находится знаменитая и скандальная работа Караваджо «Мадонна ди Лоретто». Чтобы рассмотреть картину, нужно опустить монетку, и свет зажжется. В качестве модели художнику позировала известная всему Риму куртизанка Элен. В этот раз мне показалось темновато в церкви, и я даже не дошла до Фреса Крафаэля. Вид на базилику святого Августина с переулка. Если вы не зашли внутрь палаццо Альтемпс, то можно полюбоваться двориком отсюда и одновременно спрятаться от палящего солнца. Можно присесть на лавочке и отдохнуть. Небольшой ресторанчик у палаццо Альтемпс, давайте заглянем туда. Виколо ди Сан Трифоне. В этом переулке самая узкая арка в Риме. А справа находится узенькая улочка Виа дей Тре Арки. Ее часто снимают в фильмах. Через узенькую улочку я вышла на пьяцца ди Сан Симеоне. Сюда я всем советую дойти. Здесь проходит Виа дей Коронари, одна из самых атмосферных улочек, по которым хочется гулять каждый день. Ее шарм запомнится вам навсегда. Эта улочка популярна среди туристов, но большого наплыва туристов здесь нет. Здесь всегда тихо и спокойно. Улицу проложили в XVI веке. Она была самой удобной и оживленной дорогой к Ватикану. Для проходивших по улице паломников были открыты лавки с религиозной утварью, а сейчас на улице Коронари находится множество антикварных магазинчиков. Обязательно включите в свой список прогулок по Риму эту улицу. Сегодня я просто пробежала мимо по этой улице и совсем ничего не показала вам. Но у меня на канале есть много видео с улицы Коронари. Если вы собираетесь в Рим, посмотрите мои видео хотя бы за последний год. Уверена, они помогут вам ближе познакомиться с Римом. А эта средневековая улочка просто замечательная.
Давайте заглянем, что же в этом дворике спрятано. Церковь Санта Мария де ла Паче. Зайду-ка я туда, там прохладненько. А заодно и полюбуюсь замечательной фреской Рафаэля. Справа от входной двери в капелле находится фреска Рафаэля. А сейчас давайте зайдем во внутренний дворик, который был построен в 15 веке архитектором Браманте и является частью церкви. Сегодня здесь идут съемки, а обычно можно беспрепятственно гулять по дворику. А вот в здании проводятся временные выставки. Но чтобы полюбоваться двориком, билет покупать не надо. А мало того, вы можете подняться на второй этаж и выпить кофе или перекусить, удобно расположившись за столиком. Возьмите на заметку, в жару здесь прохладно и свежо. Давайте я покажу вам, как выглядит второй этаж дворика. Прохладное и уютное место для отдыха. Всем советую сюда заглянуть. Вот так выглядит бар. Средневековые римские домики, недалеко от замка Святого Ангела, прям как с открытки. Летние кафе на берегу Тибра уже начинают работать. Я иду на остановку метро Оттавиано, и, конечно же, мне нужно пройти через мост Святого Ангела. Друзья, еще раз напоминаю вам, если вы планируете поездку в Рим до 4 июля 2019 года, обязательно сходите в замок Святого Ангела с 9 утра и до 11. Билеты в это время стоят 5 евро. После 11 и до закрытия билеты уже будут стоить 14 евро. Детям вход бесплатный. Я уже несколько раз была в замке Святого Ангела, но, наверное, в ближайшее время свожу туда племянника и, конечно же, сниму для вас видео. В замке Святого Ангела прохладно и можно спрятаться от жары, за исключением самой высокой точки – панорамной площадки, откуда открывается вид на город на 360 градусов. В такую жару, как сейчас в Риме, на прогулку необходимо брать с собой бутылочку воды. Если выпили, не беда, ее можно наполнить водой в ближайшем питьевом фонтанчике, а их в Риме очень много. Не покупайте воду у торговцев воды, они в основном сами наливают воду в бутылку из фонтанов. И обязательно головной убор.
У замка Святого Ангела цена на шляпки от 15 до 25 евро. Сейчас в Риме очень жарко. Это очередь к фонтанчику, чтобы наполнить бутылочку водой. Я вышла на улицу Борго Пио. Это еще одна из моих любимых улиц. Здесь тоже всегда царит незабываемая атмосфера. Домики, увитые плющом, милая и уютная обстановка в двух шагах от базилики Святого Петра. Назвали эту улицу в честь папы Пия IV, который в 1565 году заложил здесь улицу. Сейчас это любимая улица туристов. Владельцы ресторанчиков выставляют столы на улицу и зазывают туристов пообедать и поужинать. А также здесь всегда звучит живая музыка. Обязательно прогуляйтесь по Борго Пио. Церковь Санта Бибиана – маленькая церковь, которая находится между Термини и Порто Маджоре. Интересно тем, что саму церковь проектировал Бернини, а на алтаре находится статуя святой Бибианы, созданная Бернини в 1626 году. Фрески на стенах очень красивые, они изображают жизнь мученицы. Редко кто из туристов заходит в эту церковь. Церковь была построена в V веке на телах 11 тысяч мучеников. Мощи святой Бибианы, прах сестры и матери, был помещен в мраморный саркофаг, который до сих пор служит главным алтарем храма. За многие века церковь, стоявшая за городской стеной в чистом поле, стала разрушаться. Но в 1625 году папа Урбан VIII дал указание отремонтировать ее и поручил это дело Бернини. В один из дней ЯСФАЙ, ФАЙ – это сокращенно итальянский фонд окружающей среды, пошла посмотреть на президентский поезд. Сначала небольшая вводная часть, а потом экскурсия по поезду. В 1925 году был изготовлен роскошный поезд для официальных поездок короля Виттория Эммануэле. Интерьеры были очень богатые – фриз, лепнина, золото, драгоценные камни. Поезд состоял из 12 вагонов. Один вагон был для королевы, другой – для короля, потом столовая и все, что было необходимо для королевской семьи. Во время войны поезд сильно пострадал. После войны разрушенные вагоны были восстановлены, но, к сожалению, не все. В процессе реставрации были удалены все символы королевской семьи. И вот поезд становится президентским. Здесь есть целое купе, где находится телефонная станция, купе для персонала, сената, гостей, столовая, переговорная. Этот поезд использовался в последний раз в 2004 году. В некоторых местах было темновато, и поэтому не удалось хорошо снять. Мы с гидами ФАЙ – первые посетители в президентском поезде. Но скоро все желающие смогут побывать в этом поезде. Это будет как музей. А на вырученные деньги будут реставрировать храм Минервы, который датируется IV веком. Tutto naturalmente diventano cuccette, eh? Tutte queste diventano tutto cuccette. D'epoca, signora? Assolutamente sì. Anche i portasapone. Tutto. Ed è tutto fatto anche prima ancora che diventasse treno presidenziale, tutto fatto a mano. Tutto completamente fatto a mano da artigiani italiani. Meraviglioso. Guardate cos'è qui. Sì, la vasca da bagno. E le boiserie. È broccata.
malati, venivano presi sete, minuti, tutto. Ma la carrozza del re venne distrutta. Distrutta. No. No, sì. Lo vedremo, abbiamo lo spazio. Ecco, qui fa invece il soffitto che sarà in, diciamo, in legno decorato e veramente durato, con questi intarsi, con questi medaglioni che riproducevano le arti e i mestieri, si capisce, broccati preziosissimi, venivano realizzati a Venezia. Ci vuole la moquette recente, in passato era tutto rivestito in tre, cioè i vagoni. Не успев выйти, мне захотелось уже второй раз зайти в поезд, чтобы рассмотреть все детали, особенно последние купе. Но на улице ждала очередь. Я с Фай уже была во многих местах. С ними всегда интересно и познавательно. Уже скоро пойду на экскурсию в подземный Рим. Следующую группу повели на экскурсию в поезд. Перед тем, как зайти в поезд, надо обязательно одеть бахилы. Храм Минервы. На реставрацию этого храма будут собираться деньги. Сегодня мы видим только кирпичные стены, но когда-то здесь был прекрасный мраморный пол и купол украшен мозаикой. При строительстве железной дороги было найдено много скульптур, многие из которых сейчас находятся в Капитолийском музее, а некоторые украшают дворцы Рима. Чтобы почувствовать атмосферу древнего города, не обязательно гулять по самым шумным улицам. Можно свернуть с туристических троп и поискать что-то свое. То, до чего доходит не каждый турист. Ведь в Риме на каждом шагу можно встретить вековую историю. Я сейчас нахожусь на Порто Маджоре. В переводе это означает «большие ворота». А я на этом буду прощаться с вами. Спасибо вам за просмотр. Смотрите мои видео и планируйте поездку в Рим. С вами была Тати Рома и Рим Онлайн. До новых видео, друзья!